Сегодня 28 ноября 2017 года. Меня освободили вот недавно, 16 часов 30 минут. Сейчас я вот не могу даже поехать домой, нормально жить дома, найти работу, потому что я вынужден скрываться из-за преследования следственных органов правоохранительных. Мою жену тоже преследуют. 3 дня назад оперативник караулил ее в подъезде. Сейчас не знаю, что мне теперь, вот как мне дальше. Надо мне жилье теперь найти, скрываться от них.